канале Wild Avatar. Сегодня будем продолжать Гартон Банбан 6. Думаете, где моя прическа? Да мне просто надо подправить и все. Мы остановились на том, что птица наша предательница. Тоба, как с ней разбираться? Уф! Как с ней? Банбан, ты объясни. Что с этой птицеедной тварью делать? Что с этой птицей делать? Что? Господи. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Ломай. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap, but they need a lot of power. Big batteries scattered in the pits of the forest. Have something do as much noise as possible, and then make her run for it. Да как? Да блин! Да блин! Я ненавижу птицу. Как мне с ней? Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, do both. You're surrounded by an electricity trap. Ай-яй-яй, птичка. Power. Big batteries scattered. В смысле, где? Have something do as much noise as possible. Then make her run for it while it is distracted. Ah. Как сделать, чтобы меня птица не съела? Я боюсь не подходить. У нее агрессия. Да блин! Что с этой птицей делать? Так, давайте, ребятки, еще Quick, раз. Stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by electricity. They need a lot of power. Big batteries scattered into the corners. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it. Меня сожрут сейчас. Как я тебя, птица, ненавижу. Ты срать-то. Ой, боже, ладно-то два я собрал, но третий как собрать? Так. Ой-ой. Да блин, отвлекают, нельзя, ну. Это куриная... Что-то меня уже бесит. Что с ней делать, а? Что с ней делать? Петушиной тварью. I was about to set up a trap for that. But now we gotta get you out. Да я же успеваю. Боже мой, ну господи, а! Что такое? Фух, слава тебе, господи! Ты куда ушел? Эй! Блин, меня сейчас съедят. Нет! Ну давай! Посадись еще на палаткам! Гиваниум! All that area between those. Все территории между двумя балками должны быть доступны для него. Конечно, отвлекаться. В смысле не стоит отвлекаться? А что мне делать? А, типа меня на этом радиусе эта птица не видит, да? Ну слава тебе, господи. Опа. Ну что дальше делать? Шарики не мое много выселить.
на диване отвлечься. На диване отвлекись! Дура! Опять то же самое делать. Опять то же самое. Это походу будет один ролик, который сражаюсь с этой птицей. Ты на чьей стороне? Или тебя шериф приручил? Quick, stay in the middle where it can't reach you. Я, может быть, буду ускорять ролик. But now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. Птица-завр, отвали. Ты на чьей стороне вообще? Птичий ты наркоман. На чьей ты стороне? Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by electricity. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the pins of the corners. Have something new as much as and then make a run for it while it's Врезалось. Now, head to the lit tents. All that area between those two tents should be out of its reach. Может мне вообще к Иване ему не подходить? Типа, может к Иване будет спокойно катиться, а он на него отвлекется. Блин, когда меня не видит вообще. Я сейчас прав, типа, Киваня будет коситься, а она на него отвлекётся, да? Сейчас отвлекись на Киваню. Ага. Даже слегка. Это что такое? Что за боксерская штука? Что ты опять тут делаешь? То типа, сейчас мы засунем вот эти штуки с него. Вот эти штуки с него снимем, и он будет лубасить, да? Эту харю. Да нет! Ну нафиг, на записи я это не буду продолжать. Вот я вам сразу говорю, нет. Не буду на записи это продолжать. Я не буду на этой штуке-дрюке продолжать. Ну да, конечно же, птицы фиговые. Так, ребятки, я собрал. Сейчас, блядь, так же будет. Так же будет. Опа. Сварились. Не надо. Сейчас мы туда пойдем. Сейчас побежали. Когда харя птичья отвлеклась. Еще раз отвлекся. Пойдем же тем же. Он же прям видит. Это меня смущает. Это прям смущает. Так же батареи берем. Ну сейчас будет легко. Может быть птица от эти лампы долбанется и одумается, на чьей это должно быть она стороне. Блин, это птичий уродец меня уже. Эч! Меня не надо давить. Типа не бы сдох, я бы просто в бафике был. Фух, так, ждем, пока эта птица отвлечнется на эту харю. Уродец. Не туши ты. Пошел. Он теперь большой ролик должен быть захватить. Назад птицу еще раз. Опять? Как?
Че? Смысле вернуть еще раз? Может быть, ты долбанешься об эту харю? Да ты что делаешь? Может быть, ты долбанешься об это? Птица. Да долбанись ты об это. Тупая птица. Тупая птица или чё? Нет. Ты вот и тупая, да, ей-богу. Птица, давай. Вот, давай еще раз. Не знаю, среагируешь ли ты. Шаришь, давай. Поджарили птицу. Сейчас будем на курятник делать. Сейчас будем делать здесь шашлык. Петух. Если мы справимся с этим, нам занятия кажется другой водитель безопасности. Не знаю, как мы будем беда, так что давайте убираемся отсюда. Stay where you are. Заметьте, потому что можно с тобой большой дверью. Что-то откроется, да, она? Ого, какая дверь. Ну, ладно, пока птичка, а нечего было выёживаться. Ой, блин. Это, я не знаю, будет ли это финалом или нет. Давай-ка. Она исчезла. Нам же сейчас надо... Что она такая полетит, да? Да, я сказал! Ребят, я не смотрел! Ребятки, я не смотрел, я предполагал. Цыпленок! Ты чё? Чё, избавь... Ты куда? Птица! Избавилась от гиваниума своего. Танцевала. Привет. Всё, птица от гиваниума отфигачилась. Ладно. That is not something это не то, что я хотел бы испытать снова. I'll look for the я буду искать печать там, где находишься, а ты смотри там, где ты находишься. Let me see if I can open that exit for you. Смогу ли я открыть для этого? А, может быть, откроешь мне ворота? Давай, нажми на эту штуку. Nothing bad will happen. Ничего плохого не случится. Обещаю. Я тебе не верю. Что скажешь? See? Видишь, я же говорю, что ничего не плохого случится. Сейчас шалуны выбегу, да? Я предполагаю. Что-то будет там шалун вырезка. Я боюсь. Мне нужен мой фонарищик. Летающий. Я не могу открыть. Жди. А что наверху? Можем потом пойти. Что, секретка? Секретка какая-то. Так, значит, мы походу сюда позже пойдем. Так, ладно. О-о-о, прыгаю. Ребятки, завтра последняя неделя и будет Новый год. И будет новогодний стрим? Что сказать? Че, без загадки? Че? Ох ты. Паркур? Боже мой. Паркур опять. Ну только не паркур. Мама. Господи, что делать? Давай. Паркур. 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 Паркура!
хватит меня отвлекать. Это надоедает. Последний. Нет! Фу, ё-моё! И чё, возвращаться таким же способом? Ой, как долго ждать. А в смысле? Так, это наверх ведёт, да? Пожалуйста, игра. Главное, чтобы наверх. Я не хочу искать 1.5 часа на вот это. Активируйся. Спасибо. О, мы опять тут же. На той же локе. Локации той же. Опять будем слышать их смех. Я не Леви. Мы все 4 собрали. Шерифа нет. Нап-нап сидит. When I couldn't find the switch on my floor, I headed back. Figured I'd get lost trying to find you. But you did it! We can now put an end to this chaos. Hold on. First, I need to do something. I don't think he'll have naughty ones to worry about soon. Нап-нап освободить, да? Да. Вылазь! Только не агрессируй, а то тебе нап-нап даст. Лячи. Открываю. Let's get this over. Давайте покончим с этим. А где я? Что он будет идет? И где же скипетр королевы? Он цели. Он тут, да? Только он под замком. Didn't think I'd be seeing this room again this soon. The surgeon is supposed to be in here protecting the scepter. Where did he go? I doubt he was caught by the naughty ones. Everything would be in shambles if he was. Well, we can only look for him if we have the scepter. Давайте достанем его, откроем. Ну? Я его не буду искать, пошел он. Скипетр отсюда. Эджик, что? Ричард. It seems eerily simple to just click the eject button. Are we sure we wanna press it? А! Нет, нап-нап! Что ты делаешь? Дурак! Дурак синий! Синий дурак! Фига он! Здоровый! Скипетр, в нем не хватает части! Чего? Это плохо! А... чего? Ой! Да-да-ду! Так вот, где я слышу от моей тюрьмы. Отличная работа. Все переключатели активированы, большая дверь открыта. Сокровище готово к разграблению. Что ты здесь делаешь? Боюсь, что именно в этот момент я приду и заберу все ваши труды себе.
Бан-бан, превращайся в демона. Чувствую, что я не один. Это комнате кому-то удается. Считаю, что это часть, то, что было сделано со мной. К тому же я должен быть уверен, что история не повторится. У нас не было выбора, они собирались уничтожить нас всех. У тебя был выбор, ты сделал неправильный выбор. И шериф и Ширук, уверен, что моей болезни здесь хватает. Здесь. У нас Викитер не был частью вашего грандиозного плана. Я не знаю, где они. Я вам скажу, они прячутся как трусы, которым вы все являетесь. Сам ты трус! Найду их, и все поплатится. Кажется, Скиптер тоже еще не завершен. Скажешь мне, кем хоть не знаешь, кусок, или мне придется съесть твоего котенка? Какого котенка? Не будешь делать ничего подобного. Просто забудь, что было между нами раньше. You know we've always ты знаешь, been my friend. Что ты всегда был моим другом. But what are friends for? Чего нужны друзья, если не для тех случаев? Что он укусит его, да? Что это? Ты что делаешь? Бан-бан! Что, блин? Нап-нап реально стал пауком! Нам-нам, беги! Стой, нужно остаться. Воу-воу! Останьте, черти! Шалуны, скотины зубастые. Я буду бежать. Run. Что мне делать? Отвали, зубастик. Я не думаю, что смогу пойти. Низ! What do you mean? Что ты имеешь в виду? Понимаешь, они ценят мои шутки. На меня так не смотри! Кто они? Шалуны? Ты выйдите сейчас аудиторию, я собираюсь им воспользоваться. Пока! Ты что делаешь, дурак? Ой-ой. Бан-бан. О, вот тут они поняли, что все, к чему они нас стремились, было напрасно. Вы оба станете прекрасными пополнением армии. Чего? Вместе под моей командой задержим то, что смогла сделать королева. Я задержу их. Ищите хирурга. Бан-бан, тебя зажрут, дурень! Спасибо за игру. Вышли с продолжения здесь. Все. Бан-бану, походу, жопа. Ну что, ребятки, это был Гарбтон о Бан-бан 6. Спасибо всем за просмотр. Ждем
седьмую часть и даже Dark Deception 5 чаптер. Будем тоже ждать. Так, итак, всем удачи. Походу бан-бан уж жопа. Все были какого-то черного и фиолетового цвета. Даже Катазавр, Сингир Флинн, Бамбалина, Апила. Шерифа почему-то не было. Походу он тоже таким и хотел сделать. Ну что, сегодня мы ролик закончим. Всем удачи. Последняя неделя и будет Новый год. Всем пока-пока. The back, 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 the back,